Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. И сегодня я расскажу, как сделать мебель для кукольного дома. Начну с основного, и это пенокартон. В моем случае это белый пенокартон шириной 5 мм. Самоклеящаяся пленка у меня с принтом под дерево. Склеиваю детали я с помощью клея «Момент». Если вы склеиваете пенокартон друг с другом без обтяжки пленкой, то склеивать клеем моментом нельзя, потому что вот эта вспененная основа, на которой сделан пенокартон, растворяется от клея момент. Если вы делаете без обтяжки, тогда склеивайте каким-то другим клеем, например, ПВА. Ну и, конечно же, линейка, карандаш и хороший острый резак. Пожалуйста, будьте аккуратны со всеми инструментами. Если вам еще не очень много лет, то обязательно попросите помочь старших. И, пожалуйста, никогда не режьте картон прямо на столе. Обязательно подложите что-то плотное, например, кусок гофрокартона, и режьте на нем, чтобы не испортить мебель. И, конечно, будьте аккуратны с клеем, особенно если вы используете, например, горячий пистолет. Thank you.